Биткоин на японском валютном рынке торгуется по сверхвысоким ставкам. В то время как курс криптовалюты на мировых рынках, за исключением южнокорейского, стабилизировался на отметке в 1730 долларов, японские биткоин-биржи продолжили обрабатывать операции по 1882 доллара за единицу криптовалюты. С тех пор, как японское правительство приняло закон о легализации биткоина 1 апреля этого года, валюта показывает непрерывную тенденцию к росту. Устранение юридических формальностей властями Японии совпало с подписанием законопроекта об освобождении биткоин-транзакций от потребительского налога. We'll be right back.